Дорогие друзья, я приветствую вас в этот воскресный день из города Новороссийск. Мы с вами одна церковь в разных регионах. И давайте обратимся сегодня к тексту Священного Писания. Это книга Захарии, 8 глава, 19 стих. «Так говорит Господь Саваоф: пост 4 месяца и пост 5, и пост 7, и пост 10 соделаются для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». Аминь. На мой взгляд, пророк здесь нам говорит такую серьезную формулу, чтобы, знаете, пост, который вот мы с вами избираем, потому что с завтрашнего дня все наше объединение и вообще Российская Церковь будут поститься постом Даниила, 21 день, мы будем от чего-то отказываться. Вот. И пророк говорит, чтобы наш пост не превратился, знаете, во что-то такое унылое, такое плохое какое-то, такое, знаете, какую-то голодовку или еще что-то. Он говорит, что лучше, чтобы этот пост, он сделался для нас веселым торжеством. И он говорит здесь два таких серьезных аспекта. Это любить истину и любить мир. Что такое истина для нас? Это правда, это надежность, это то, что нас поддерживает и укрепляет. И лучше Слова Божьего ничего нету, друзья. И он говорит: возлюбите истину, возлюбите Слово Божье. Чтобы, знаете, на время этого поста Слово Божье, оно действительно стало для нас с чем-то дорогим, ценным и очень любимым. Чтобы мы читали Слово, исследовали Слово, молились по Слову Божьему. И оно, проникая в нас, производило ту серьезную работу, которую Бог и обещает нам через свое Слово. И тогда наш пост, он будет веселым, и Слово Божье будет приносить какую-то радость, удовлетворение в наши сердца. И также он говорит: любите мир. Мир – это, знаете, это дружелюбие. Это отношения, это взаимоотношения между друг другом, между братьями и сестрами в церкви. Формальное, неформальное, неважно. Но мир – это то, когда у тебя мир со всеми людьми. Ты всех любишь, ты готов послужить, ты готов поддержать кого-то, ты готов кому-то помочь сегодня. Вот, дорогие, два таких очень важных и ценных аспекта для нашего поста. Давайте будем любить сегодня, возлюбим еще больше за этот пост, Слово Божье, будем обращаться к нему и будем любить людей, будем дружелюбны друг к другу, будем служить друг другу. И тогда наш пост, он не будет каким-то, знаете, унылым таким бременем, чем-то тяжелым для нас. Мы пропастимся этот 21 день с веселым торжеством, с веселой радостью. Я благословляю вас в этот день. Всем хороших богослужений, всем присутствия Божье и всем славы Божьей. И пусть Господь приготовит сегодня ваши сердца к этому посту. Возлюбите истину и мир, и тогда пост для вас будет веселым торжеством. Во имя Иисуса Христа. Аминь.